Здравствуйте, Юрий. Это видео про ваш объектив с установленным одуванчиком. Фокусное расстояние запрограммировано 85 мм, диафрагма 1.4. Во время съемки диафрагма в одуванчике и, соответственно, в камере не меняется. Ее можно менять только на самом объективе. В описании одуванчика это подробно рассказано. Направление фокусировки с вашим объективом от бесконечности к минимальному расстоянию. Можно полностью нажать кнопку затвора, выбрать, например, центральную точку и плавно крутить направление кольца фокусировки. Как только фокус появится, затвор сработает. Вот он, ваш объективчик, наклеен на одуванчик. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.